И в завершении выпуска о долгожданном лете. В Подмосковье возвращается жара. Уже пляжи заполняются отдыхающими, и многие сталкиваются с такой проблемой, как ожог кожи. О том, как правильно принимать солнечные ванны без негативных последствий для здоровья, в нашем сюжете. Если нет возможности отправиться на курорт, не стоит отчаиваться. Получить ровный красивый загар можно и в городе. Однако нужно помнить, правилами поведения под городским солнцем пренебрегать опасно. Безопасное время для принятия солнечных ванн – это рассветные и закатные часы до 10 утра и после 16 вечера. Иначе есть риск получить серьезные ожоги и солнечный удар. Медики советуют перемещаться в тень каждые 15 минут. Это поможет уберечься от перегрева. Другой совет врачей – обильное питье. Соком и лимонадом стоит предпочесть простую воду. Употребление алкоголя на жаре исключено. Не нужно забывать и про косметические средства для защиты от ожогов. В самом начале своего пути к бронзовому тону кожи советуют использовать кремы со значением ультрафиолетового фильтра от 45 единиц. После загара стоит воспользоваться увлажняющим кремом с пантенолом. Обязательно наличие головного убора и солнцезащитных очков. Соблюдение этих несложных правил поможет получить красивый, а самое главное, безопасный загар, который продержится до 2-3 месяцев, в отличие от морского, который сходит за пару недель. Луиза Егазарян, Александра Томей, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.